Казахстанцы продолжают обсуждать информацию о создании новых областей. По задумке Касым-Жомарта Токаева, административное деление регионов позволит поднять развитие на совершенно новый уровень. Чиновники смогут оперативно реагировать на проблемы местного населения. Инициативу президента многие граждане поддерживают. Если это не приведет к финансовым затруднениям народа, то, конечно, было бы правильно. Бюрократия уменьшится, средства пойдут, уменьшит давление на эти крупные города, ну, в том числе и на Алматы. Там. Закономерно, что будет финансирование, будут рабочие места. Давайте, мне кажется, все правильно.